Добро пожаловать на канал HardReset Info. Перед нами Vivo X80 Pro, и сейчас я покажу, как на этом устройстве изменить дату и время. Для этого мы открываем настройки, спускаемся вниз, выбираем пункт «Система», выбираем «Дата и время», отключаем автоматическую настройку даты и времени, выбираем «Дата», затем выбираем нужную дату, нужный месяц, нужный день и нажимаем «Ок». Вот и все, дата и время были успешно изменены. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, до свидания.